Исполняющий обязанности главы городского поселения Алексей Матыченко дал интервью нашей телекомпании в программе «Прямая речь». Алексей Николаевич рассказал об актуальных вопросах, над чем сегодня работает городская администрация, и поделился планами. Смотрите диалог в эфире 11 июля в 19:30. В Лабинске продолжается ремонт дорог. Сегодня техника работала на улице Школьной. На этом участке проходит маршрут общественного транспорта, и со стороны водителей, да и пассажиров были претензии к покрытию дороги. Теперь же гравийное полотно стало не хуже асфальта. О дальнейших планах по ремонту дорог в городе нам рассказал начальник отдела ЖКХ Лабинской городской администрации. По программе «Капитальный ремонт» и «Ремонт дорог» – это ведомственная, краевая, долгосрочная целевая программа. Она будет функционировать до 2015 года. В рамках этой программы осуществляется ремонт первого этапа.